Отже, 18-та година та 3 хвилини на студійному Києва. Фемсім величезний привіт. Мене звати Андрій Карнаухов. Тут з вами до 19-ї години. Звісно, ну а протягом цієї години ми поговоримо про е, дуже таку модну тенденцію, модну річ займатися спортом. Як їм треба займатися? Навіщо? І щоб не нашкодити собі, сьогодні у нас в гостях людина, яка бодібілдингу, фітнесу, присвятила більшу частину своєї е, свого життя. Ну і хочу сказати, коли вже зрозумів, що чим він може займатися, Андрій Грамовой сьогодні у нас привіт вечір, Добре. Добрий вечір, Київ, Україна. Всім приємно. Так, ну нам тоже, що ты пришел сегодня. Я думаю, что ты нам багато чего интересного все-таки расскажешь, потому что останнім да. часом? я думаю, ты, как человек, который действительно, я сказал, уже занимаешься спортом, розумієш, что с каждым роком все больше и больше людей а, намагаються заниматься займатися. Да, постараюсь, конечно, постараемся. А, ты відчув на своей тренерской а, деятельности, что клиентов становится больше? Да, конечно. конечно. Занятие спортом сейчас очень стало модным, популярным очень развивается, открывается очень много клубов, тренажерных залов, э, в частности. Э, люди идут тренироваться, они понимают, что занятие спортом – это укрепление их здоровья, повышение иммунитета. Тем более сейчас этот вопрос очень актуален да, из-за всяких болячек, которые появились, этих новых, да, пандемии и всего остального. Поэтому спорт, он очень сильно укрепляет здоровье. Как я уже говорил, Повышает иммунитет. Все, что касается физических нагрузок, именно они приводят к тому, что человек становится сильнее и по здоровью, и по характеру, и выносливее. И даже, допустим, очень много есть направлений кардиотренировок. Что укрепляет сердцебиение, да, слово кардио. Ну, в принципе, очень много людей занимается, это очень радует, и нравится еще то, что Возраст абсолютно не мешает сейчас людям приходить на тренировки, абсолютно разные люди занимаются, и молодые, и взрослые, и пенсионеров очень много появилось. Но ну, молодцы, то есть уважение, только вызывает уважение занятия спортом таких людей. Слушай, мне интересно, а только для профессионального спорта, или для занятий в спортзале, нужно медицинское обследование перед этим? Медицинское обследование, ну, скажем так. Ну, например, у меня хвороба сердца там... Якась хвороба, да, яка мне не дозволяет займаться, я пришел, встав на кардио и година 45, там кручу педали, и потом бац, и нема такого жвавого, как я. Конечно, естественно, нужно учитывать все ограничения по здоровью. Да? Вот, когда человек приходит в зал, сталкивается с тренером, знакомится, хочет заниматься, персональные тренировки. Тренер уточняет все нюансы, которые относятся к данному человеку, да, все его по здоровью ограничения были ли какие-то травмы естественно необходимо пройти обследование по сердцу кардиограмму да сдать необходимые анализы там если действительно есть какие-то противопоказания ну в принципе люди конечно сначала приходят тренируются а потом начинают задумываться да, да 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 в основном получается в основном получается так, что человек приходит, начинает тренироваться, и ему вылазит это немножко боком, занятие спортом это ответственный вообще способ да, физических нагрузок. И я считаю, что нужно очень правильно к этому подходить, тем более если человек уже там в возрасте, да, если молодой организм, то, конечно, он еще растет, развивается, и направить его в правильное русло для того, чтобы правильно развивалось, развивалось тело, там проще. Вот. Если уже человек там особенно как сейчас больше случаев что сидящая работа, офисы там часто за рулем ездят, мало двигаются естественно нужно тоже правильно к этому всему подходить, учитывать то что физических нагрузок раньше не было резко не срываться на все то есть ну правильно подходить к этому вопросу. До скольки оскільки мы уже заговорили, за век, с молодого віку, да, от батьки сейчас, если чуют, и угу. дети, с какого века можно заниматься спортом у спортивном зале? Я имею в виду бодибилдингом. Ну, вообще, даже как по закону и в клубах, по стандартам клуба, в основном везде с 14 лет допускается молодежь ну, для занятий именно бодибилдингом и фитнесом, да, потому что там идут нагрузки на позвоночник, да, на все остальные там суставы, то есть это все надо правильно делать, естественно, только с тренером под присмотром, вот. Есть, конечно, разные случаи, когда моложе люди начинают тренироваться, но у них там есть специальная подготовка, то есть они уже являются там спортсменами, выступающими там по каким-то своим направлениям, там плавание очень часто, там легкая атлетика. Они немножко уже развиты физически, и они уже могут немножко раньше начать. Но вообще допускается идеально с 14 лет. Начинать. А момент, когда спорт, который ты кажешь, загартовывает, да, иммунитет, угу. підіймає, так характер. характер, характер силу, волю, да, дух, Коли він стає пагубним, ну власне коли він починає це руйнувати, ми ж знаємо, да що те що занадто власне не здрава да, да те, те може навпаки вбивати імунітет і взагалі людину робити якоюсь немічною і хворобливою спорт в таких случаях, як спорт може навредити? да ну коли це... ось та, та, та тонка грань, коли треба зупинитися. Тонкая грань, ну, вообще, как бы, этот весь процесс, скажем так, по-умному, по-научному, называется ну, да? катаболизм, да, то есть это уже разрушение, там, э, во время тренировки из-за перенагрузок, там, недосыпание недоедания, усталость, вот. Это, ну, это все индивидуально. Конечно, э, я считаю, что если человек, там, для себя тренируется, и ему не стоит, там, лезть, да, сразу в профессиональный спорт, то есть необходимая специальная подготовка, физическая подготовка, и тогда уже переходить на какие-то там тяжелые веса и все остальное. Это уже грань. Вот. А так особо, чтобы была какая-то стандартная грань, которую нельзя пересекать. Ну, конечно, такого нету. Все равно все мы люди, мы хотим всегда большего. Мы тренируемся, достигаем каких-то целей. Нам всегда кажется этого мало, хотя раньше казалось это нереально, но мы дошли, идем дальше, дальше. Это очень хорошо, надо развиваться. І фізично, і духовно, і спорт дуже в цьому допомагає. Слухай для людей, які живуть у великому місті і працюють по 12 годин на добу, і мають по п'ять е різних е там занять да, роботи mm -hmm. різні а, і сплять по декілька годин, е які їм треба обрати вид спорту. Я не знаю, щоб не заганяти себе повністю до кінця. Ну, естественно, вид спорта выбирать надо, где меньше идет выносливость, да, на выносливость работа, потому что, ну, это не восстановление организма у них происходит, да. И физические нагрузки с тяжелыми весами, там какие-то какой-то бег там марафонские чуть ли не это, ну, им не подходит. Им надо постепенно начинать с такой, скажем, как физкультуры, да, для укрепления сердцебиения, для того, чтобы ну, достичь там хорошего пульса, да, сейчас очень много всего есть для того, чтобы замерять пульс, продается везде там, да, вот. Им надо выбирать по состоянию здоровья, конечно, естественно, то, что им нравится, то, что им подходит, это тоже надо учитывать, но и надо здраво смотреть на вещи, вот. Если человек предрасположен реально и генетически, и физически к тяжелым тренировкам, да, к тяжелым видам спорта, то даже так надо начинать постепенно, с небольших там нагрузок, постепенно добавлять вес какой-то, да, идти дальше. Если, естественно, люди, которые там работают учителями, офисными сотрудниками, там где-то сидят в банке, в офисах, они в основном, как показала практика уже по залам, я уже во многих залах работал и в разных городах, и я видел, что люди, ну, они, для них вариант это заниматься для себя, для здоровья. То есть поддерживать форму. Естественно, очень часто приходят с вопросами скинуть лишний вес. Потому что, ну, это самая основная проблема питание. Вот. И поэтому, естественно, для них сейчас в тренажерных залах то, что им максимально подходит, то, что вы спрашиваете, все есть. То есть оборудование есть какое угодно. Большие линейки на разные группы мышц. То есть, в принципе, можно подобрать под любого человека. Тренировку обов'язково мати на первом этапе тренера, люди, буде таким путевником у світ спорту. чи можно прийти самому по ютюбу посмотреть и так, я говорю, фигачить железо, не? то что большинство делает, да, вот. А потом, когда тренеры там дыблятся, да, и занимают видосики, выкладывают, ну да, понятно. Я вам скажу так, я сам тренер со стороны тренера это как бы, почему так получается? Им просто смешно, что как бы над их спортом смеются, издеваются, да, потому что когда делают упражнения просто не то, что ужасно, а смешно уже, да, то, конечно, немножко тренера это поддергивает, потому что он всю жизнь этим занимается, это его работа, и тут, ну, тупо над его работой, можно сказать, смеются, да. Слушай, Поэтому... а ты вот мовчки дываешься, чем можешь, можешь ты сказать и не, показать, как потребно. Обязательно надо подходить, говорить, потому что это все, ну, посмеяться, это все хорошо, но человек может себя навредить, где-то резко повернуться, не так что-то там встать, дернуть это приводит к травмам, что со временем, да и может и сразу, да, отключает вообще от занятий вид спорта, то есть ему нельзя будет им заниматься. Если есть такая возможность, есть дежурный тренер, есть тренера в зале, и они видят, что делают неправильно люди упражнения, да, неправильно сидят, неправильно держат спину, неправильно тянут вес. Очень часто смотришь, ребята там в зале увидели красивую девушку, да, и накидали себе побольше веса, чтобы перед ней там показать, да, свою силу. Вот, тоже это очень часто приводит к травмам, потому что люди... Ну, они не, не знают еще своих физических возможностей, да, не владеют правильной техникой, и необходимо всегда им показывать и подсказывать. Поэтому я считаю все-таки по этому вопросу, что тренер необходим для, на первое время, обязательно. Сейчас очень часто в залах есть и бесплатные первые тренировки, и инструктаж, да. То есть а надо чем этим. Короче, выстачается первого тренирования и инструктора жучи, нужно заниматься с тренером. Э, смотря к чему идешь, к какому результату. Конечно... Ну, д... если ты занимаешься для себя? Просто хочешь быть в хорошей форме, и тебе треба тренер на каждый раз. Там. Ну, желательно. желательно. Почему? Я вам объясню со стороны тренера, да? Не со стороны клиента, а со стороны тренера. Значит, когда тренер тренирует клиента, да, в будущем, возможно, уже спортсмена или человека просто, который для себя занимается, он всегда планирует тренировки. То есть нету, э, нет тренировок э, к шаблонных, да, которые даются всем. То есть тренировки планируются. Естественно, когда тренер берет человека под свое крыло, он его ведет полностью. Со временем они переходят на другой этап, выше, выше, идут дальше. Да? Поэтому взять тренера там, чуть-чуть попробовать, ну тренер чуть-чуть и даст информацию. Он не сможет выложить все, что человеку нужно, потому что они, во-первых, первый раз видятся, и сам тренер может не знать этого человека, его возможности. Это постепенно смотришь, что у него получается, что лучше, что ему нужно. И поэтому желательно на постоянной основе тренироваться с тренером. Конечно. Ну, чтобы это не был тренер-пробник, да? Ну да, да, да. да <laughs> не да. распробовал. Да, 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 да. да. А, да. да. А, если, власне, говорить про э, зайву вагу. Угу. Чим потрібно боротися з нею. Бо yeah. хтось приходить, ну, я так бачу, да, як людина, яка там теж uh -huh. дуже багато років ходить до спортзалу, хтось приходить, добрячий їсть, як я, да, і по 500 скручувань, там кажуть, зараз буде палитися тут е, жирова, всі жирові клітини, да, там депрес. А потім Про... після преси опять пішли, покушали. Да, це, це працює чи ні? <рес> ні, не працює. Смотрите, значить. Э, система должна быть какая. Питание и тренировки они, они работают только в комплексе. Отдельно питание или отдельно тренировки особого результата не дадут. Они должны быть вместе как одно целое. Для того чтобы скинуть лишний вес, добиться какой-то пропорциональной формы тела, да, необходимо естественно держать питание. Есть различные там диеты, да, там везде пишут диетолог, там пишу питание, там туда-сюда. Желательно не использовать, конечно, такие диеты, там, которые могут навредить здоровью. Надо просто правильно питаться. Именно правильно. Потому что организм должен все получать. И жиры, и сладкое, фрукты. Да? Он должен получать витамины, откуда-то же нужно брать. Да? Вот. Поэтому рассматривается больше для большей части людей это правильно питаться. Естественно, если человек там с большим излишним весом, то немножко надо зашить свой рот Попробовать, да, питаться при этом необходимо, потому что правильно питаться, да, потому что он будет тренироваться, ему нужны силы для тренировок, если он вообще не будет есть, он и заниматься не сможет. То есть он этим только навредит себе. Тренер обязан просто дать правильное питание человеку для его для достижения именно его цели. Это все индивидуальный подход. То есть питание обязательно, питание это 60% 40 тренировки, как показывает практика. То есть люди, которые заняты на работе по 12 часов, они должны с собой тягать луточки, да? Ну, это в идеале, конечно. Если у них такая возможность есть, то да. Вот. Но если нету, то надо находить какие-то варианты, да, кушать надо, потому что, э, ну, поел и даже лучше себя чувствовать начинаешь, мозг начинает работать, да. Вот. Просто эту еду, эти приемы пищи надо правильно распределять. Надо кушать там через Там проміжуток времени, конкретно. Ну, до речі, речі розкажи речі. про правильне харчування, про які mm -hmm. продукти вживати, коли ти хочеш схуднути ти і mm -hmm. там, бу бути стронким з усіма кубиками. Скільки, mm -hmm. до речі, максимум може бути? E, Значить, по правильному питанню, перший вопрос. E, питання... Скажи, скільки кубиків повинно бути у людини? Ну, в, основном сейчас... максимум? в основном сейчас у многих один большой кубик. Так, це на мене ты У <laughs> мене один великий, но нормальный, дубрячий. Скики максимально? 6, 8, 10. Ну, было бы хорошо 8 хотя бы сделать. Хотя бы. Да, да. <laughs> То есть, ну, 6 Это полностью, Да, да, да. А теперь давай с харчувания и вправ, да. як, Значит, как себе привести у форму. Если у человека вопрос по снижению веса, да, излишний вес, ему необходимо низкоуглеводное питание. То есть уменьшить количество углеводов, больше кушать там белка, овощей, потому что... Чтобы То есть смачного для тут будет мало. Да, да. Убрать все вредные углеводы, кушать преимущественно крупы, там, овсянку, рис, гречку, макароны. И сразу все, кто Да, да, да. То, что в принципе невкусно, да, но оно работает оно реально помогает. Также самоупотребление белка очень-очень хорошо заходит, допустим, там морская рыба, там хек, там тилапия, да, ментай, вот это все, что работает. Ну, все спортсмены знают, я думаю, все слышали там про курицу, про грудинку, про индейку, про кролика. То есть все, что касается диетического мяса. Обязательно должно присутствовать овощи. Овощи – это клетчатка, которая необходима для, для усвоения белка, иначе тот же самый белок, хоть он и правильный, он может не усваиваться. То есть белок всегда кушается с овощами. Это закон. Углеводы всегда нужно кушать э, разогретыми. Систые и наисты куричьего филе – это не вариант. Нет, конечно. То есть вы можете только навредить себе еще больше. То есть обязательно должно присутствовать там огурчик, помидорчик, капуста или салат, да, из этих, или просто овощная нарезка. Это обязательно. То есть для усвоения белка, необходима клетчатка. Клетчатку использовать в виде овощей, естественно. Вот. Побольше воды пить. Вода вообще это главный проводник обмена веществ у человека. То есть без воды то есть тоже это не будет давать никакого результата. Плюс вымывать шлаки и все остальное тоже должна вода. То есть желательно пить много воды в течение дня. Это обязательно. Вот. Ну, по питанию очень хорошо, если это режимное питание, то есть вы кушаете там через каждые 3-4 часа. То есть вы приводите организм уже, он у вас как солдат слушается, да, вот как в армии, когда ребята служат, они кушают по времени. Они кушают там в 6 утра, 8, там, 12, да, то есть у них все четко. Так и здесь. Это тяжело, конечно, для людей, которые ну, как вы говорите, на работу надо лотки носить, да, а еще и по времени кушать. А если Это на все работе еще <coughs> тогда лати... вариант. Выход не есть е. тоже. Есть выход э, в следующем, чтобы кушать первой половине дня углеводы, да, а стараться на ночь их не есть. То есть стараться на ночь, кушать белок, овощи. Можно немножко, конечно, Углеводов использовать, но малое количество, 50 грамм на прием, да, чтобы на ночь не наедаться, потому что на ночь оно усваиваться толком не будет. Вы не двигаетесь ночью, вы спите. То есть оно не будет ничего происходить там. Процесс метаболизма ничего не поможет, он ночью не, не особо работает, да. Ты разумеешь люди, которые сейчас почули слово углеводы, они зародили, там еще можно поисти тисточкой и тор, да. торты на ночь. Поэтому... На ночь можно? Нет, боже мой. <laughs> Че цены идти в углеводы? Які это не можно те углеводы. Вживати. Углеводы я уже называл, да, это рис, гречка, макароны, твердых сортов, да, картофель. Похоть на ведь музыку, не Неспраймая. Да, да. Их еще тоже правильно покупать надо. Вы когда покупаете э, углеводы там, да, в виде риса, макароны и всего остального в магазине, всегда нужно смотреть, сзади упаковки пишется, сколько там грамм, в 100 граммах продуктов, сколько грамм углеводов потому что тоже если покупать меньше 75-80, это тоже не особо хорошие углеводы. Должно быть 80 и больше. Гречку тяжело такое найти, рис можно, макароны это можно. Это бурый, да, 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 да. То есть 80 грамм и выше. Вот это хороший рис настоящий. Вот. А все, что ниже, там 50-45, это все... Вроде кушаешь правильно, а ничего не происходит. Потому что там куча всего того, что тебе не нужно. Тоже правильно даже покупать надо. Хлопцы и их девчата, которые хочу схуднуть, знаете, вот той рис, который не белый и дуже не смачный, до Он в идеале подходит. дуже дорогий, дуже не він идеальный. Да, он идеальный. И теж стосується спагетти. Да. Макароны, стартов. Вообще отлично. Можно использовать. Никто не говорит, что необходимо на гречке и на рисе сидеть постоянно. Конечно, вы ее не сможете есть постоянно, она уже надоедает, приедается. Использовать также картофель, я же говорил, можно, запеченный, да, в духовке. Макароны вот эти твердые, именно твердых сортов, тоже определять их, чтобы 80 грамм и больше было на 100 грамм продукта. Вот углеводов. Ну, правильное питание, оно сразу даст результат но долго не заставить ждать Слухай, месяц с... и вы уже увидите начало, начало дивись, падения веса среднюю статистична жінка, да скажем mm -hmm. так что и сколько она должна есть або за месяц або за месяц сходнуть и на сколько килограммов вот можешь так приблизно сказать а, конечно единственное здесь надо учитывать еще тоже варианты если женщина, да, девушка кормит ребенка еще, да, грудью. Ну, там, там, гормоны, именно... метаболизм и да, так да, далее. Да, 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 это все учитывается, но если мы берем да, обычную, right да, в среднем, среднестатистический, да, вариант, обычная девушка, вот. Ей желательно, конечно, для того, чтобы скидывать вес, так как я говорил, низкоуглеводное питание, вот. Ей, ну, в принципе, хватит, там, от 100 до 200 грамм углеводов в день. То есть это вес, ну, если там проще, вес сырой крупы, да, замерять себе там, высыпал на весы и посчитал. Белка тоже необходимо съедать где-то столько же. Овощи. Овощи, в принципе, в неопределенном количестве можно кушать. От них проблем не будет. От жидкости проблем особо не будет. Можно при этом и кофе пить и чай, да, там желательно, конечно, без молока, и, кофе. И, и без тортика. Ну это да, да, вот. Но я рассказываю это все со стороны тренера, да, то есть моя задача помочь человеку, да, скинуть вес. Поэтому я говорю это более там конкретно, четко. Конечно, так в идеале придерживаться очень тяжело. Это большинство касается спортсменов, да, они этим живут, они так кушают, потому что им выходить на сцену, им, там, им нужен результат идеальный. Да? А обычные люди, хотя бы, я же говорю, правильно питаться. Стараться исключить вредную пищу, да, там, ну, там, на выходных где-то там покушали, да, загрузились чуть-чуть. В течение недели, пока работаете, будни, держите питание. Опять на выходных немножко поели, опять держите. И вы тогда сможете ехать на этом постоянно. Не будет срывов вот этих нервных. И оно будет давать результат, но при этом обязательно физические нагрузки. То есть для того, чтобы метаболизм запустился и начал давать результаты, одного питания тоже мало. Нужна физическая нагрузка, которая его разгоняет. Вот это поедание организмом самого себя. Надо ходить в зал и правильно кушать. Все. И тогда все будет четко. <скажи> все будут красивые. Про э, пагубные звучки. Так. Э, полиня алкоголь и так далее, да? ты mm -hmm. ты сам целом сам то нет я вообще не курю не пью ну а там на высили на высили на нет, нет день народження вот. не? водичка водичка сок как влияет алкоголь на взагалі весь процесс алкоголь худный набор массы и так далее Як, алкоголь щось? имеет свое влияние он очень калорийный естественно да вот э, вообще он противоречит фигуре естественно да. Ну, тоже смотря в каких количествах его принимает человек и какой, какой алкоголь. Если человек хочет результата внешне очень хорошо выглядеть, конечно, алкоголь нужно убирать. На постоянной основе я имею в виду, да, кто там частенько любит побаловаться. Алкоголь, он калорийный, естественно, от него лишний вес остается, набирается, да. Вот. Сигареты так же само. Ну, сигареты это вообще, это ваше дыхание, это сердцебиение, это пульс. Тренироваться не получится, если много курить. Хорошо тренироваться не получится. Будет задышка постоянная, будет тяжело делать какие-то упражнения на выносливость, которые работают, да, интенсивные. Поэтому курение, вообще вот эти все вредные привычки в идеале убирать, если со стороны спорта смотреть. Их надо исключать. Пока человек не добьется результата, я думаю, что он после этого и не захочет больше. Я <Пить и курить>. хочу <Хватив> продолжить, и пока <сíns> да. <сíns> не... Да, вот не когда закончит, увидит то, может, результат né? в зеркале, он и не захочет уже возвращаться. Он, он будет, он вспомнит, как ему это тяжело все далось, да, вот добиться вот этого результата. И сейчас опять все испортить, я думаю, что ему даже совесть уже не позволит. Возвращаться к таким привычкам. Скажи, ти, той, хто буде нас дивитися на Ютубі, я вам хочу сказати, друзі, можна на Ютубі буде подивитися. А, власне, ти вже досяг цієї форми, яку ти хотів за часи тренувань? До речі, скільки ти тренуєшся вже? Тренуюся я з 14 років, десь вже року 22 Я тренуюсь. Ты достиг уже того, что ты хочешь, или ты смотришь на себя в зеркало и говоришь, так, тут конечно. плечики отстают, конечно, Идеала тут, тут я жирный. Остановиться трохи. невозможно. Вот. Всегда мы хотим Я Я вспомнил те мемы, помнишь, когда очень перекачанная людина и да, угу. не, не, не может остановиться. Особенно это касается женщин, про них мы тоже до, до поговорим. То есть ты не идеальный. Нет, конечно, а, всегда а что-то а хочется А что идеальный в твоем понимании? От ти себе яким хочеш бачити. Тяжело сказати. Просто ти зайшов по телеканалу, по радіо, знаєш, на тебе так звертають увагу, повертаються, думаю, так, ніфіга себе. Хотілося б так виглядати. І я розумію, що всі вони і я можемо так років через 10 виглядати. А ти кажеш, що ти не ідеальний. Чому така ситуація очень часто з'являється, значить. Я являюсь еще действующим атлетом да, Федерации Украины. Я выступаю на соревнованиях, тренирую. И, естественно, когда мы собираемся на сборах различных спортсмены, на соревнованиях, естественно, всегда есть кто-то лучше. Есть кто-то лучше, который, ну, смотришь на него, думаешь, блин, как-то надо догонять, идти туда же, так же быть, да? Поэтому оно все так получается. Спорт, это, ж, это он, он азартный очень, да? Э, недаром еще когда-то там со времен давних давних это было как развлечение игра да спорт сейчас он уже перешел более там серьезно к нему стали относиться и все остальное но азарт остался и все всегда э, надо идти дальше никогда нельзя останавливаться ну это я со стороны спортсмена говорю да я вот скажу даже со стороны людей которые просто для себя тренируются когда они добиваются результата э, очень многие хотят еще дальше идти, хотя они раньше и этого не имели. Но они остановиться тоже не могут. То есть это затягивает. И нету такого идеала. Мы, конечно, каждый там спортсмен, еще там на кого-то смотрим. Там, э, в детстве да, мы там смотрели на Шварценеггера, да, это идол да, наши бодибилдинга. Да, он там один из первых его начал продвигать так же серьезно, и все благодаря ему узнали вообще про этот вид спорта. Потому что бодибилдинг — это вообще американский вид спорта. И он пошел оттуда. Вот. И поэтому, естественно, мы когда-то смотрели на Шварценеггера, сейчас тоже очень много атлетов есть, сильных, и всегда лучше лучше кто-то есть. И всегда мы смотрим на лучших и пытаемся стремиться к такому же результату. Поэтому остановиться тяжело. Всегда находишь в себе какие-то недостатки. Что-то хочется больше, ой, тут добавить, тут рельефа надо, живот вроде бы хорошо, так пресс четкий. Блин, а хотелось бы его еще глубже, чтобы прямо аж пальцами этот квадрат брать, вытягивать, да? Ты, я не знаю, не добегаешь до того момента, когда там треба что-то Я маю на виду спаливать жир? Не-не, боже, сбавь все эти хирургические вмешательства, это, это самое последнее, что должно быть вообще. Шприцуком так цик 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 Да, да, цик-цик-цик-цик, да. Ты против этого. Конечно. Надо самому, надо своими силами все делать. Потому что, ну, во-первых, это... Я не думаю, что это для здоровья хорошо, да, когда там вмешивается ваш организм хирургическим путем. Вот. Эм, я считаю, что можно все сделать самому. Просто это тяжелее, конечно же, затратнее по времени, силы. Проще пойти да, нам выкачать, как вы говорите, вот этой вот штукой или как она там называется. Вот. Но это последнее, что надо делать. Если уже прям совсем ничего не помогает он, и человек хочет действительно красиво выглядеть, то пускай уже он пренебрегает такими да способами. Но изначально надо постараться сделать все самому, потому что это реально, это можно. Я видел сам это, как люди менялись так, что их просто до сих пор никто не узнает. И без всяких хирургических там этих примочек. Людина, яка так занимается спортом профессионально, да, и хочет выглядеть все досконаліше. я сейчас про тебя спрашиваю, які жінки подобаються? Які жінки подобаються? Да, вот ну, мне просто интересно, ты теж так дивишься и кажешь, не-не-не, все не, не идеально. Есть, есть такое. Ну, не настолько уже там спорта. Она повинна бути спортивная. Все женщины красивые. Вот. Ну, я. Я не знаю, я вот, если. Що касається моєї міння, я да? RCOh, Я згадую, коли Лоліта Мілявська. У неї був хлопець, фітнес-тренер, теж там, якийсь чемпіон пляжних, як вона пляжний бодібілдинг, чи як він називається? Але ти бачив Лоліту, і розумієш, вона любить попоїсти, усі пагубні звички, це її плюси, і І власне вона йому подобалась. разумеешь, да вот э, я тому и пытаюсь какие <laughs> подобились женки тобі? ну да это у каждого свой вкус значит а женки какие э, бодибилдерши э, именно бодибилдерши да такие крмес вот у, у меня я в зале э, ну честно дівчина, я якую иногда плутаю с її человек я скажу так это конечно их личный выбор ну им если им это нравится то конечно пускай занимаются да но я считаю что девушка должна быть женственной то есть для меня это перебор. кто-то просто влеча... подтягнутую и женочную. Да, вот фитнес-бикини вот это вот самая отличная такая категория: женственная, спортивная, подтянутая, как вы говорите. Ну, то есть девушка должна выглядеть женственно, красиво, нежная, да. А когда она выглядит уже как вы, там, да. <с corrido> Який я, 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 человек, да? да. да с ней тягаться еще можно, то я думаю, что это немножко уже. Ну, это много уже. Для женки на здоровье цев якость конечно, на конечно, те, чтобы народживаться детей и так далее. очень да. влияет. Очень сильно. Это гормональный сбой, стопроцентный. Вот. Там же uh, больше, я разумею, человеческих гормонов. Конечно, да. Естественно, они уже преобладают над женскими, и это очень влияет. Поэтому не советую. Лично. Говорю свое мнение. Не советую этим заниматься. То так. так. быть все в меру все ч.каза людина, яка каже: кожнжен раз бачу когось крутіше за себе і продовжуую за проськау <рес> Про якісь спеціальні домішки. Так, зараз слухають нас люди, які можливо хочуть зайнятися спортом. Mm. Я розумію, що є там протеїни, гейнер, да і все таке. Це очі больша лінійка. Січасні це слабенько. Да, але коли приходять молоді хлопці до залу, є тренери, яких зразу кажуть, так тобі треба курсик, курсик ось костьом. Щас розкажу. от, поясни це, тому що Часто дуже багато ситуація. хто ведеться на це, а потім страждає просто жорстоко. ну це, це руйнація організму. Значит, э, что такое спортивное питание, да, которое доступно сейчас везде, можно заказать в интернете, купить в магазине, вообще без, даже прямо в зале, в котором вы тренируетесь. Это все, что касается, как вы говорили, протеинов, там БЦА, батончики очень там развиты сейчас с разными вкусами, какие хочешь есть. Вот спортивное питание – это все дополнительное питание. Это оно никогда не заменит основное. То есть самое важное – это питаться основным своим питанием, да, продуктами. Все, что касается дополнительного питания, это уже, скажем так, более профессиональный подход. То есть он необходим обязательно, если человек профессионально занимается, если он уже идет каким-то результатом там серьезным, если тяжелые тренировки, для того, чтобы происходило восстановление мышц, да, не было разрушения мышц, это все берется, вот эти все э, Единицы из спортивного питания, БЦА, и протеины, и креатин, и аргинин, и глютамин, все, что и цитрулин, там очень большая линейка, они необходимы, да, действительно для того, чтобы тяжело заниматься, да, то есть это уже касательно больше профессионального подхода. Если человек занимается для себя, просто хочет, ну, я не думаю, что ему надо этим занять, ну, брать вообще это в руки. Вот. Касательно а уже порт, фармацевтических, лыри, да. да, да, фармацевтических уже вот этих всех веществ, да. Конечно, это все влияет здоровью, очень сильно влияет. Это сбои, это ну, печень, это все остальное, оно все пачкается. Это опять-таки профессиональный подход, только профессиональный. Ни в коем случае не брать в руки людям, которые просто пришли, тем более первый раз в зал и слушать тренера, который говорит, на, тебе надо, даже с ним больше не разговаривать на эти темы. Не надо, однозначно не надо. Даже богатые девчаток и кажут, а я на, на жиросжигателях. Что такие. да значит жиросжигатели жиросжигатели сами по себе э, они ну то что они работают там и все остальное но они больше служат как энергетик то есть э, сами по себе жиросжигатели жир не спалят да. жиросжигатель он работает как энергетик для тренировок об он проскорит и конечно то есть для того чтобы сжечь жир человеку который пришел на тренировки, он будет правильно питаться это логично да если он будет правильно питаться, все уберет, сил, конечно, станет поменьше, да, потому что нет сладкого, нет жирного, нет там мучного и молочного, и естественно сил, силы уменьшаются. Жиросжигатель берется для того, чтобы поддерживать немножко вот эту энергию, силы для тренировок. Естественно, он начинает уже ускорять чуть метаболизм, особенно когда идет кардио нагрузки, бег, там, все остальное. Жиросжигатель берется как дополнение, как помощь, но он работает только при очень правильном питании, чуть ли не на сушке. Вот. Есть же разжигатели, конечно, более мощные, там используются спортсменами. Вот. Они уже действительно подсушивают, подкручивают, но это уже на сушке, когда человек находится. То есть, когда он уже реально спалил там много веса, и немножко для подводки ему там надо чуть еще этой воды слить, или там, где она осталась, да, берется же разжигатель. Но, опять-таки, все это работает на правильном питании. Ну, а в основном на самовнушении. То есть человек сам себе внушает, что он работает, помогает и его принимает. Надо просто тренироваться. Надо кушать. Просто то, сидячий дома, да, как да, коктейльчик, да, да, да. жироспаливающий, да, ничего не я... выйдет. Никогда в жизни ничего не выйдет. Сколько? Можно даже не надеяться. Сколько обычной людині не тебе, да, звучание нормальные да. люди просто да, живые. работает. <laughs> это понятно. Так, так. Кто <laughs> подивиться на на YouTube скажет, да. А Сколько треба кардио на день? Э, кардио нагрузки. Да. Для того чтобы скинуть вес, да? Ну чтобы да, будто в форме. Ну каждый. Ну, так, всякий день... без фанатизма. Да, каждый день точно не нужно, если без фанатизма. Через день хотя бы. Вот. Ну, стараться за кардиотренировку где-то сжигать, ну, калорий 800 до 1000 калорий. Как это Ну, сейчас, естественно, на всех кардиотренажерах это показывается. Когда вы работаете, он там показывает, да, сколько калорий ну, вы Ну, это же приблизительно. За час там. Да, приблизительно. Ну, плюс-минус час надо кардио делать. 40 минут час в Тоб день. Через то день. То можно просто бегать из ранку, например, где-то в парку, 40 минут, Если да, в позволяет ну, здоровье, там нет проблем со суставами, коленами и все остальное можно бегать, вот. Бегать, конечно, лучше по лесу, там по парку, потому что при этом кислород попадает в мышцы, да. Ну и там динамайшее эффект. я разумею. Конечно, конечно. Вот. Если есть такие варианты, что, ну, не особо можно бегать, да, это очень часто, потому что приходят в зал, но бегать не могу, колени болят, то болит, то есть нельзя бегать, да. Ну и человек с большим лишним весом, он и не сможет бегать. Э, Орбитрек, велотренажер, очень много сейчас кардиооборудования, которое поможет. Вот. И, ну, я думаю, что я же говорю, разгоняться от 20 минут до 40 минут надо. Через день. Вот этого кардио достаточно. До часа. Ну, постепенно, постепенно час делать Три раза в неделю, супер. Для того, чтобы даты и Да, да, да. Ну, постепенно будет. Для того, чтобы питянутым выглядать, надо уже не только кардио использовать. И комплекс. Надо комплекс использовать. Да, тренажеры, штанга, гантели и все остальное. Вот это подтягивать мышцы. А скинуть кардио поможет. Кардио не поможет выглядать подтянутым. <laughs> Слухачи сейчас скажут, так круто он все рассказывает, конечно, но взять себе тренера, насколько это не дешево удовольствие? Ну, сейчас сегодня? это вообще очень доступно, сейчас трениров очень много в каждом зале, сейчас это очень популярно, ребята очень хорошие, специалисты, их очень много сейчас, потому что много курсов, много обучений, да, идет сертификация постоянная, то есть все ребята это проходят, и естественно, специалистов много хороших есть доступно но я думаю что всем, всем доступно то есть тренер он индивидуальный подход может найти к любому человеку и вариант предложить вплоть до там разовых тренировок да? вплоть до каких то программ питания и программ тренировок если человек не может на постоянной основе тренироваться с тренером ему дорого есть очень различные варианты, там сейчас онлайн-тренировок и все остальное. Я, конечно, не особо их признаю, но они есть. Потому что я считаю, что над человеком надо стоять, смотреть, как он это все делает, а не давать ему указания по видеокамере, там, да, и не видеть, как он это делает. Поэтому, в принципе, вариантов сейчас много есть. Даже в тот же YouTube, да, зашел, посмотрел, хоть какую-то информацию получить. Не придумывать самому, как это упражнение делать, как сюда сесть, как встать как поднять этот вес, а посмотреть, спросить. Хочу как Тем более тренера сейчас адекватно все к этому относятся, можно подойти, спросить, подскажут, помогут. Ну, я лично не видел, что кто-то там не отозвался на просьбу. Есть, все помогут, ну, это нормально. За какими критериями следует убрать тренера, когда ты приходишь в зал? Как обрати правильную людину, яка тебе сделает красивым? Угу. И здоровый. Ну, Главное, конечно, не основные объект. критерии это образование, да, должно быть физкультура и спорта, то есть высшее образование. Э, я считаю, конечно, что хороший тренер это тот, кто профессионально занимается этим видом спорта, да, там спортсмен действующий или бывший спортсмен, он больше знает, больше прошел, у него больше опыта и он сможет больше помочь, да, вот. Э, как правильно, ну тоже надо все пробовать. Надо, вы же когда приходите в зал и видите первый раз этого тренера, вы ничего о нем не знаете, и вы не сможете определить, правильно вы выбрали его или неправильно. Хорошо, когда есть рекомендации, там, ну сейчас, конечно, развит очень Инстаграм, Фейсбук, там можно посмотреть, да, там какие-то достижение этого тренера. Да, До речі, зараз можна підписатися Андрій громовой в Інстаграмі і да, подиваччися да, на цю людину кармезною яка сидитить перед земною. Все можна сейчас все это доступно. Поэтому тренера нужно вибирать правильно, но это постепенно. Чоловік пойметь. У мене є Он товариш, який ходить е, в зал. Да, там пішов до одного, е, потім до другого, до третього, Часто до п'ятого, меняю, да? і потім тільки через місяць, через два, десь е, каже: О, так все буду до цього ходити. Він мені сподобався більше. Повинен бути якийсь зв'язок, е, можливо, не професійний, а такий людський контакт між тренером і підопічним? быть. Клиенту должно быть, скажем так, должно нравиться тренироваться с этим тренером, потому что если тренер, заставляя через не хочу, он и будет все это делать, да, то он долго тренироваться не будет. И в очень частых случаях, что хуже всего, у человека пропадает желание вообще заниматься этим видом спорта. То есть подход тренера должен быть профессиональным, он должен подобрать к человеку подход. То есть, да, заинтересовать его. уже часто приходят люди, они еще сомневаются в том, что хотят это делать. Им тяжело. Надо мотивацию для них создать. То есть показать человеку, что ты можешь, ну, что ты сделаешь. Они а там, ну, не хочешь, не делай, да. Ну ладно, иди, короче, там. Сегодня, придешь завтра. Нет, надо нормально относиться. Надо человеку подсказать, надо человека правильно направить. И он будет работать с удовольствием. Если он будет работать с удовольствием, он быстрее результата достигнет. Это уже проверено тоже. Если он сам захочет этого. Потому что я же говорю, часто приходят, ну там подарили друзья абонемент, там, мама купила, или папа, там, или еще что-то, или вот друзья ходят, я тоже взял. То есть он просто пришел, да, этот человек. А потом, опа, да он тебе каждый день пишет и звонит, когда уже тренировка. Ну, вот так надо работать. Он сам уже ждет этой тренировки. От майже вже на останок, скажи що треба для людини, яка не знаю, зараз, десь їде, слухає нас, іде можливо, і ніколи не був в спортзалі, як себе змотивувати. От хоче людина, але соромиться прийти. Е, я пам'ятаю, саме... я теж колись хотів дуже, а потім думав, так, ну що я тут піду, там один буду, а потім мені подарували абонемент, з компашкою пішли, сподобалось. Тепер вот, не можу не відстати від жодного спортзалу. Вот. А якщо людина хоче і, і, і соромиться, там, надто худий, надто товстий, я не знаю. Є так, є так. Да, і він каже, Боже, як я прийду, як я буду там виглядати? Да, от що Тут виходять, так, я тут прийду, і будуть, будуть всі над мною сміятися. Да, Сейчас, возможно, такое где-то там и было когда-то, но это уже прошли, прошли эти времена давным-давно. Сейчас этого нет вообще. Сейчас любой человек может прийти в зал, никто там ни на кого не смотрит, все тренируются, потому что мы все люди разные, это надо понимать. Самая главная мотивация и хорошая, это прийти в зал, надо прийти в него, да, потому что никогда не, не надумаешься, если ты хоть раз не придешь. Увидеть это все на свои глаза, то есть это действительно мотивирует, как люди тренируются, да, как они стараются, и это тебя Как они выглядают да? уже. Да, тех, да, 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 просил, да. да, да. Вот у меня есть клиенты, которые просто для себя пришли тренироваться, да, и поехавшие там один раз на соревнования, просто посмотреть, да, или в этом же городе не при, ну, проходили, он после этого начал готовиться выступать еще и выигрывать. То есть он никогда бы в жизни бы не задумался даже бы над тем, что ему это нравится и хочется. Вот когда он увидел, каким можно быть вживую, он увидел, насколько это все классно, интересно, азарт, насколько это круто все выглядит, все, вот это смотивировало его. Поэтому и люди, которые стесняются, там, нечего стесняться, надо просто идти. Сейчас столько залов, больших, сетевых, да, то есть, пожалуйста, есть все, что угодно бассейны, тренажерные залы, групповые занятия, есть индивидуальные занятия, да, там если девушка, женщина или там мужчина какой-то стесняется своей внешности, он просто индивидуально договаривается, тренер индивидуально его тренирует вообще в отдельных фитнес там залах, где никого нету, пожалуйста, есть и такие варианты. Ну, можно, я разумею, и в дома тренувати Можно и дома тренировать. Есть такая практика. Есть, конечно. Но это дороже, друзья. Есть, <laughs> Баксов да, на 150. Немножко дороже, <laughs> да. Про вік ми стали говорити, ти казав, mm -hmm. що і люди там, похилого вже да, поважного віку проходять. Коли закінчується у чоловіка та жінки той момент, коли вже трансформація відбувається дуже і дуже повільно. Коли ти робіш, коли той вік? Я розумію, що пройти у 16 років да, у спортзал, ти будеш рости просто на очах. Але коли ти приходиш вже в 50, наскільки конечно, швидко ти конечно. чогось зможеш no, добитися? No, e... Сколько я вот, у меня, допустим, есть знакомые тоже. У меня есть ребята, которые в 45 лет первый раз в жизни вышли на соревнования. 45 лет. И дают фору молодым. То есть, в принципе, если так разбираться там по законам биологии, анатомии человека, да там уже притупляется рост мышц, скелета, там после 25 уже мы там не У нас не обмен рычевым, уже да, как то да, повильняется. Да, 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 да. где-то после 35 вообще там как бы да, все. То есть мы уже развиты, сформированы клетки, все сформировано, оно уже расти не будет. Нужно только извне уже повлиять на то, чтобы идти дальше и расти дальше. Нету такого возраста, который там говорит все. Типа уже, уже поздно. Я же говорю, в 45 лет человек в первый раз вышел на соревнования еще и попал в тройку лучших. Вот, пожалуйста, все мотивация, все его заряд, как он себя настроит, воля и все остальное. То есть вот возьмите, допустим, известных атлетов. Если там э, кто-то не верит, пожалуйста, зайдите в YouTube, посмотрите. Есть в 45-в 50 лет на Мистер Олимпии. Это самые серьезные соревнования в мире считаются самые крутые, самые ответственные, да. Э, выступают 45-50, выходят. Еще и в шестерке топ стоят. Вот как так? Им уже 50 лет. но они как-то выглядят, как-то же у них это получается. Значит, можно. Поэтому я считаю, что ну, надо идти в любом возрасте тренироваться. Каждая профессия имеет свой финал. властно там угу. військові они раньше выходят на пенсию, кто-то угу. там, рік за два у спортсменов профессийных, когда заканчивается уже вот этот. Период профессиональных выступов. Возраст вы имеете в виду? Да. И, да. И вот Сколько лет ты уже не можешь позувати. Ну, я думаю, где-то уже, наверное, в лет 55. Вот так. Это уже, ну, скажем так, позировать он еще сможет, да. Потому что он все. Ну, быть конкурентно с уже да, навряд да, 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 потому что все равно уже мышцы не те, объемы не те. Да, если брать профессиональный вид спорта. Ну для Профессион... себя это профессиональный... нормально, да. Да, да, бодибилдинг. Вот, все равно уже и кожа не та, она уже немножко отличается, это заметно на сцене и в этом возрасте уже особо конкурировать человек не сможет, если выйдет молодой парень, который там даст фору да и все. То есть, ну, однозначно в этом возрасте я думаю, я еще не видел, чтобы очень сильно так. Выглядели. Когда ты скончишь свою карьеру, да. я понимаю, что это еще не скоро. Да, а чем, даже ты, не чем ты будешь заниматься дальше? Ты думал? Ну, даже если честно, не знаю, потому что постоянно спорт, им только занимаюсь. Я буду тренировать дальше, тренировать людей, тренировать, возможно, какие-то там группы уже людей, да. Вот, будем смотреть, как этот спорт будет развиваться в дальнейшем потому что сейчас он набирает обороты. Очень много федераций появилось, очень много соревнований, очень много залов. Вот, может, что-то будет еще там дальше, что-то придумают такое посерьезнее. Будем этим заниматься, перейдем. Везде прогресс, он движется вперед, может, и в этом плане он пойдет вперед. Ну, я обожаю, тебе выступать, еще довольно долго, еще за этом 75, еще мог еще показать, хлопцам 16 18 я думаю, что так и будет. Это будет категория ветераны называться. Да. Ветераны бодибилдинга. Вот, вот. Я благодарю, что ты пришел сегодня до нас, я надеюсь, что мы обовязково ще і обязательно еще и почувствуемся. Я нагадаю, друзі, у нас сьогодні в гостях була людина, яка більшу свою частину життя просвятила спорту Андрій Грамовой. Підписуйтесь на нього в інстаграмі, шукайте його в соціальних мережах. Ну і, звісно, дізнавайтеся у нього, яким чином стати красивим, бездоганним. Ну і власне що для цього потрібно вже більш детально. Дякую тобі. Спасибо большое. з удовольствием, помогу. Що ж, ви слухаєте Київ Фем, і ми продовжуємо далі, друзі. За сім хвилин тут вже зустрічаєте плюс-мінус. Хлопці, майже тут вони традиційно поговорять про найцікавіше із нашого світу, де що відбувається, і, власне, їх на це реакція. Завжди ваш, Андрій Корнаухов, Ми почуємося на Київ ФМ з вами. Всім гарного вечора. Пока.